Русские старожилы Брисбена рассказывают такую историю. Одна семья русских фермеров под Вандербергом мечтала хотя бы раз увидеть Анну Павловну. Но для того, чтобы это сделать, им нужно было проехать 300 миль. И тут случилось чудо. Анна Павловна сама приехала в Вандерберг и давала концерт на их ферме. И пришли много людей из других ферм. И после концерта люди пели, танцевали и благодарили великую балерину за ту честь, которую она им оказала, приехав к ним, когда она путешествовала по Австралии. Действительно, очень много воспоминаний, когда Анна танцевала на ферме, и почему-то вот на ферме получалось стрижки овец, и там ее встречали. И встречали, конечно, песнями русскими, танцами, встречали танго, и сейчас для вас исполнит танго Ирина и Крис. Аккомпанируют Ирина Любовкина и Джулиан Уайт. Танго. Ирина и Крис перформс. Аккомпанируют Ирина Любовкина и Джулиан Уайт. Пьяццола Обливион.